Всем привет! Меня зовут Валерия. Сегодня я вновь посетила мастер-класс «Технофилософия». Он был посвящен творчеству великого художника Густава Климта. Мне очень нравится его творчество, и я хотела давно нарисовать какую-нибудь картину знаменитую. И мы нарисовали картину «Поцелуй», которая очень знаменитая. Я очень рада тому, что у нас получилось. Это идеально просто, мне кажется, точь-в-точь. Вот. И эта картина будет висеть у меня в доме. Она идеально посмотрится на интерьере. Я хочу поблагодарить Софью за то, что она настолько внимательна, настолько профессиональна в своем деле, что мою картину даже не отличить от реальной. Благодарю, до свидания.